Hello again. Today you will learn how to say hello, to introduce yourself, ask your partner about his or her name in informal situations, and something more. First, let's listen to the conversation. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лена. А тебя? Меня зовут Маша. Лена, как у тебя дела? Спасибо, хорошо. А у тебя? Тоже хорошо. Пока, до завтра. Пока-пока, до завтра. Now let's analyze words and phrases you have just heard. Will work like this. I say and you try to repeat after me. Привет. Привет. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут. Меня зовут. А тебя? А тебя? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. А у тебя? А у тебя? Тоже хорошо. Тоже хорошо. До завтра. До завтра. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. And one more time. Привет. Привет. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут. Меня зовут. А тебя? А тебя? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. А у тебя? А у тебя? Тоже хорошо. Тоже хорошо. До завтра. До завтра. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. So let's go back to our conversation and practice it. After each phrase, you'll have time to say it yourself. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лена. А тебя? Меня зовут Маша. Лена, как у тебя дела? Спасибо, хорошо. А у тебя?
Тоже хорошо. Пока. До завтра. Пока-пока. До завтра. And one more time. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лена. А тебя? Меня зовут Маша. Лена, как у тебя дела? Спасибо, хорошо. А у тебя? Тоже хорошо. Пока. До завтра. Пока-пока. До завтра. Hope that video has helped you to know Russian. And see you very soon. Пока-пока.